Вице-премьер Аскар Жумагалиев ознакомился с работой первого фулфилмент-центра открытого Казпочты в Астане для предпринимателей. Здесь владелец интернет-магазина может получить полный цикл услуг, начиная от приемки и обработки товара до упаковки, хранения и отправки его клиентам. Подробности материала Ларисы Гречихиной. Один из клиентов Казпочты, Олжас Нуралдинов, открыл свою компанию 5 лет назад. Тогда число отправляемых посылок едва достигало всего 15 тысяч в год. Сегодня, благодаря новым условиям хранения товаров в фулфилмент-центре, количество отправляемой продукции выросло до 1 000 000. Компания работает с Кыргызстаном и Арменией. В планах наладить поставки в Узбекистан и Россию. С января здесь уже базируемся. Склад вообще шикарный. Отгрузка осуществляется очень быстро, которую мы делаем по почте отгрузку. Раньше, если нам приходилось, там, например, в отделение Казпочты в другие отгружать, сейчас у нас с этим проблем нет. Мы отсюда все упаковали, передали вот в Казпочте. Казпочта все отгрузила и нам принесла обратно возвраты и денежные средства. Очередной проект Казпочты, запущенный в Астане, позволит предпринимателям ускорить доставку товаров до клиента, сэкономить на содержании складских помещений, колл-центров, логистике и персонале. Сегодня на складе общей площадью более 3000 квадратных метров хранятся товары 20 интернет-магазинов. Рынок электронной коммерции в Казахстане развивается очень быстро. Это единственный вот рынок, который растет в год 30-40%. Потому что очень много преимуществ, и логистика развивается, потом платежные инструменты, ну и в целом население начинает доверять. Создание подобных центров закреплено в дорожной карте развития электронной торговли в Казахстане на 2018-2020 годы. Лариса Гречихина, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астана.